Эти прекрасные ягодки называются кумарья или земляничное дерево. Их очень любят пчелы. И у них получается очень вкусный мед из кумарьи. Итак, у нас день второй. Мы где-то в регионе Оропо. Сегодня... Это малыши. Да, 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 да. С нами Пупс. Сегодня плюс 9. Это малыши. И мы идем искать озеро. Эрика, где папа? Мы его потеряли. Побежали, побежали. Я сегодня Эмили. Она хотела тоже вам сказать привет в видео. Привет. Январская ежевика, пожалуйста, вам. Вот она. Аномальная осень. Ежевика в январе. Моя мама снимает. Мой папа идет смотреть. Эмили. Ой, ой, ой. Вы мне поможете найти ингредиенты для ее каши. Поехали искать ингредиенты для ее каши. Это не... Это третий, а палочки это первый. Тексия, но вижу. В общем, судя по растительности, озеро где-то здесь. Сейчас мы еще немножко спустимся. Запустим дрон, чтобы получше узнать, что происходит. Вообще здесь главное не встретить каких-нибудь диких кабанов. О, следы. Кабани. Видишь, кабаны здесь ходили. Вперед иди за папой. Там я услышала какой-то хрюк. Осторожно, веточки колючие впереди себя. Нашли озеро. Говорят, здесь даже рыба есть. Вот. Сейчас запустим дрон. Итак, мы, Эрика, мы попадаем в страну кафеля, кафельных плиток. Вот она, страна кафельных плиток. Волшебнус замечательнус. Гаудус по-гречески. Это вам не Барселона, это Оропо. Сейчас посмотрим. Начнем наше путешествие по стране сумасшествий отсюда. Нет. Это очень странное все-таки место любителей телевизоров и кафельной какой-то плитки, разные плитки. Это вообще, как это объяснить? А это
Петреп и Тимону є під я. Смотри, это горочка такая. Съезжай. Мне страшно. Давай. Ой. Скажи, не бойся. Не бойся. Это, смотри, тостерница, тостьера, господи. Не здесь они, не здесь, дальше. Вижу. Здесь может быть грязно. Угу. Осторожно. У меня нет других ботинок и носков для тебя. Нет. Ладно. Мы когда пойдем на море? Сейчас пойдем. После этого. Yeah.